Девчонки, всем привет! Решила сегодня снять для вас влог про свой поход в секонд-хенд в день привоза. Скажу так, утро у меня было не из легких. Я решила еще вчера, что сегодня я хочу пойти в секонд-хенд и посмотреть, что там есть новенького, потому что вторник все-таки день привоза. И я долго собиралась, в итоге опоздала на полчаса. Пришла уже, нормальных вещей нету. Смотрю, девочки, которые в примерочном заходят, у них есть красивые курточки, такие кремовые, черные, кожаные, брючки очень интересные, цветным принтом, но мне как-то не очень повезло в этом плане, потому что если ты хочешь пойти в секонд день привоза, ты должен либо идти на 9 утра, когда открываются двери секонд-хенда, либо лучше идти уже после обеда, когда вот эта вот огромная волна тех людей, которые с огромным ажиотажем накупают целые баулы вещей, уже немножечко спадет, и ты можешь нормально выбирать вещи, потому что люди, которые вот набирают огромное количество вещей для примерки сразу при покупках в день привоза, да, в секонде, они не все эти вещи покупают, и уже к обеду они все-таки их откладывают, возвращают на место, ты можешь выбрать более-менее нормальные вещи. Неприятным открытием сегодняшнего дня было то, что цены очень повысились. Сейчас килограмм стоит 180 гривен. Если вы смотрели мои видео еще полгода, год назад про секонд-хенды, вы знаете, что цена составляла раньше 150 гривен. Это был самый дорогой день, сейчас это 180 гривен. Я взвешивала только кожаную курточку, которую вы увидите дальше в видео, и она стоила 96 гривен. Я считаю, что это немножечко дороговато все-таки для вещей из секонд-хенда. Примерочные были просто дикие в очереди. Некоторые люди мерили по 20 вещей, и я скажу, что я не знаю, есть ли у меня еще желание вот идти в ближайшее время, во вторник на 9 утра, для того, чтобы стоять час в очереди и в итоге ничего не купить, потому что я сегодня ничего из этих вещей не купила. Примерочно я не записывала, что я думаю про ту или иную вещь, я уже вам как бы об этом позже сообщу. Сейчас хочу вам показать несколько вещей, которые я примеряла, и что, собственно, как они на мне сидят. Что цены сейчас повысили, я думаю, что средняя стоимость такой вещи где-то от 50 до 100 гривен в зависимости от веса. Интересно, что вы думаете про те вещи, которые я примеряла сегодня. Мне больше всего понравилась черная кожаная курточка, хотя это не мой размер, мне кажется, она на меня велика, и черный жакет от Zara, и, возможно, вторая блузка, которую я примеряла, но опять же, все эти вещи, они были на меня немножечко большие. Видимо, для того, чтобы купить хорошую вещь, либо нужно идти уже на второй день, либо все-таки на 9 утра. Но пока у меня как-то на это сил нету.